Так, всем привет! Сейчас хочу рассмотреть такой вопрос очень интересный, который многие ребята задают. Какой же бензин использовать для лодочного мотора? Вообще рекомендуется использовать бензин. Тот бензин, который рекомендует производитель, написан в инструкции. Ну, скажем так, все, практически все двухтактные лодочные моторы, они основаны на старой конструкции. У нее у двухтактных лодочных моторов, как правило, низкая степень сжатия, поэтому высокооктановый бензин применять нет смысла. Да, и к тому же зажигание лодочного мотора, как правило, настроено именно под 92-й бензин. Но бывает ситуация, когда просто 92-го нету, а едет 95-й. Вот сейчас я попробую провести небольшой опыт. У меня основной бак с 92-м бензином и есть дополнительный бак с 95-м бензином. Сейчас я попробую, как работает мотор, будет ли разница в звуке работы, в вибрации и вообще в максимальной скорости, изменится что-то или нет. Так, а перед началом этого видео не забываем подписываться, ставить лайки, поставь свой королевский лайк, не будь жадиной. Так, сейчас мы заводим двигатель. Сейчас он работает на 92-м бензине. На сбросе газа слышна характерная детонация для двухтактного лодочного мотора. Заводим мотор на 95-м бензине. Смотрим, как он работает. Но я лично разницы не вижу. Детонация также присутствует на сбросе газа. Так, сейчас попробуем прокатиться на 92-м бензине. Посмотрим максимальную скорость. Поставлю 95-й бензин и посмотрю, какая будет скорость. А какой можно сделать вывод? Ямахи восьмерки все равно 92-й бензин или 95-й. Сейчас мы попробуем еще Ямаху пятнашку, потому что на самом деле моторы немножечко сами по себе отличаются. Так, сейчас попробуем провести эксперимент по 92-му и 95-му бензину. Вот здесь у меня сейчас дали 92-й бензин, там в баке 95-й. Я сейчас катался на восьмерке, разницы я не заметил. Сейчас попробуем на Ямахе 15. Сейчас 90. Так. Это 92-й бензин. Смотрим. Переключили баки. Сейчас попробуем. Попробуем 95-й бензин. Посмотрим, как он будет работать. Так, сейчас пробуем прокатиться на 92-м бензине. Посмотрим максимальную скорость.
Так, переключаем. Переключаем бензобак. Так, переключили. Сейчас сначала надо выработать будет бензинчик. Посмотрим, какая будет максимальная скорость.